У искусства нет пола, возраста и диагноза. В Ивановском художественном музее открылась выставка творческих работ людей с особенностями развития. Более 30 картин – совместный труд ребят с ментальными нарушениями, их родителей и друзей. Экспозицию подготовил молодежный центр города Иваново и инициативная группа «Мы есть». На базе молодежного центра мы занимаемся с детьми и со взрослыми. То есть у нас ребенок с особенностями и родитель, они совместно делают работы. Вот, то есть занимаемся в основном арт-терапией, получается это так, да? Нет никаких конкретных одинаковых заданий у нас, да, что пришли дети в класс и занимаются. Всех, что нужно выразить, над тем мы и работаем, да? Бой, виток событий, полет – все это название картин. А может и вовсе душевное состояние автора. Работы полностью отображают эмоции, которые наполняют особенных художников. Очень такой интересный молодой человек. Он очень эмоциональный, мне кажется, основная его черта такая доминирующая, это его эмоциональность, нескрытые эмоции. Поэтому и работы, вот они, в общем-то, такие очень открытые, очень экспрессивные местами, как, собственно, вот сам художник. Родители, которые над многими картинами работали вместе со своими особенными детьми, отмечают положительный эффект такой арт-терапии. Занятие, оно всегда хорошо, положительно всегда, потому что ребенок чем-то занят, человек чем-то занят, он к чему-то стремится, и на выходе увидеть, что тебя, ну, скажем так, похвалили, тебя порадовали, дали там, я не знаю, медаль, грамоту, сладкое что-то. Для него это очень важно, для него это мотивация для дальнейшего роста. Таким ребяткам это особенно, мне кажется, надо, потому что мы с вами пойдем, да, там расскажем друг другу, поделимся, а он не поделится. У него нет вот этого выплеска эмоций, а трудясь, задумывали одно, а получилось абсолютно другое. То есть, опять же, вот выход его внутреннего какого-то состояния. Заглянуть внутрь особенного мира и души можно в Ивановском художественном музее. Выставка продлится до 15 декабря. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.